Сегодня сделала небольшой заказ в Барборе. Покажу вам, что купила. Купила вот такие вот две активии. Одна с гранатом, а вторая ананас и семена льна. Так, что-то освещение какое-то темное очень. Так. Вот, простудилась, теперь пью клюкву, пью чай с малиной, купила вот такой, уже мы две банки съели, купила еще одну малинового варенья. Коду Юст, зернистый творог, хочу приготовить. Видела в интернете такой пирог. Извините. Лаваш кладется слоями. Между ними вот этот вот творог зернистый. Ну, можно там зелень какую-то добавить. И отправляется в духовку. Ну, запекаться, как пирог печется. Но я посмотрела, что мне... Значит, вот таких вот Коду Юста я две коробочки заказала. А лаваш хотела прямоугольный, но они не прислали. Прислали замену. Вот такие вот круглые. Так что буду делать, наверное, на сковороде такой круглый получится пирог. Буду делать первый раз, не знаю, получится, не получится. Ну, что-нибудь да получится. Так. Это такой маленький заказ между заказами. Недавно делали большой заказ на неделю. Но вот кое-чего не хватило, поэтому пришлось дозаказывать пряники. Потому что все закончилось, не с чем пить чай. Крабовые палочки, две штуки. Пока не знаю, на салат или так пойдет. А, майонез опять забыла. Ясно, значит, будем делать другой заказ. Так, детская колбаска на бутербродике. Понравился мне вот такой вот домашний холодец. Уже давным-давно не покупали холодца. Такой, смотрите, красивый, много мяска. Ой, прошу прощения за голос. Голос очень медленно восстанавливается. Делаю ингаляции, но вот как-то слабо помогает. Так, вот такой вот красивый холодец. Здесь полкило, 500 грамм. Это сушеный укроп, без него никуда. Огурчик свежий. Шоколад белый. Тоже к чаю. Что-то так захотелось сладкого, просто вообще обалдеть. Я вообще любитель солененького, но... Вот, захотелось сладкого к чаю. И вот такой вот большой молочный шоколад с орехами Калеви Поек. Очень вкусный наш калевский шоколад. Так, что еще? А, вот моцарелла. Тоже в салат с помидорками сделаю. Ну, это полотенце бумажное. Таких... Две штуки. Ну и что самое главное, собственно, не ради того, чтобы показать этот заказ. Ой, не могу. Помните, они присылали вот такую вот жвачку в подарок. И в этот раз они ее тоже прислали. Но в прошлый раз, в прошлом заказе, они
А я смеюсь, наверное, узнали про критику мою вот этого вот подарочка. В прошлый раз они прислали тесто, не тесто, а муку для пиццы. А сегодня прислали в подарок вот такие вот чипсы. 210 грамм, смотрите, какая большая пачка. Со вкусом шашлыка и жареного лука. Вот так вот. Вот называется, хороший подарок прислали. А то что это? Вот это вот. Ужас. Вот, видите, вот здесь вот значок. Вот, это подарок от Барбора. Барбора Кингитус. Так что спасибо, Барбора. Щедрая душа. Кстати, никогда не пробовала. Чипсы вообще очень редко ем. Не пробовала. Мне кажется, это вообще какая-то новинка. А может быть, я просто внимания не обращала. Но со вкусом шашлыка и жареного лука я еще не видела. Вот сломала ноготь, видите? Теперь нет красоты. А вот, что еще хотела показать? А, хотела показать... Зубную пасту показывала, уже не помню. Вот такую зубную пасту покупаем первый раз. Такую еще не покупали. Попробуем, хорошая или нет. И вот этот вот значок хотела показать вам. Вот летящая ласточка. Таким значком отмечаются лучшие эстонские товары. Признанный эстонский вкус. Вот. Весь заказ мне обошелся в 30 евро. Вот так. Спасибо вам за внимание. Очень рада, что смотрите. Пишите комментарии. Увидимся. Будем что-нибудь вкусненькое сейчас готовить с вами.